Почему к патриарху официально обращается словами «Ваше святейшество»? Ведь святейший – это святое в превосходной степени. Как же, так же и к епископам, преосвященнейшие. Как вы можете это объяснить? Да. В семинарии, значит, помню, мы веселились на этот счет, когда, значит, официальное обращение к священнику ваше преподобие, вот к святейшеству, а к священнику ваше преподобие, а к протоиерею, да, ваше высокопреподобие. И вот, значит, официальная бумага, ваше высокопреподобие, приглашаю вас принять участие в праздновании памяти преподобного Серафима Саровского. То есть, Серафим Саровский, он преподобный, а высокопреподобие, значит, ты высокопреподобие, а едешь на праздник преподобного. В общем, это, конечно, казус какой-то. И вообще, это как... Все эти официальные обращения, все вот эти вот слова, все вот это вот, ну так принято. Не надо их воспринимать вот всерьез. Мы, знаете, с Востока унаследовали, у нас вера пришла с Греции, а Греция и вообще Восток, это, знаете, люди, Восток дело тонкое, там люди любят восхвалять, в превосходных степенях высказываются, в общем так. Не надо всерьез воспринимать эти слова и переводить их, так сказать, буквально и дословно. Вы почитайте титулы, официальные наименования восточных патриархов. Вот наш патриарх, он святейший патриарх Московский, всея Руси, вот его титул. Почитайте титулы других патриархов. Вы очень удивитесь. Наш вообще скромняшка по сравнению с теми титулами. Да. Но еще раз говорю, все это просто слова.